Блин, слушай, у меня вообще, когда мне по башке прыгают, я даже не чувствую ничего. Да, ну так и причём добавить. У меня игра начала подлагивать, потому что там стрим запущен у меня где-то. Потери кадров вообще нету, ноль. Если всех убил. Почти всех убил. Хера ты. Ты знаешь, что они там меняются, блядь, каждый раз. Почему тебе пистолет? Не берешь, не берешь, не берешь, не берешь. Я что-то... Я забываю, только вспоминаю в середине раунда постоянно. А в середине раунда нельзя брать. Ну... Здесь, тут роспись. Блять, ну ясно, короче. Видите, шляпа у меня взяла. Да. Картошка, блять, ебаная. Что за картошка, я не понимаю. Даже ки, ё-моё. Я даже картошка или человек. Ну, похож на картошку. Ну да, я вот вижу, как он связал. Мне пишут тут, где вы лазите там? Блять, ну пиздец, опять меня взяли. Кстати, значительно увеличился тимплей, да? От того, что раньше было. Да? Ну да. Надо еще сделать перк мод все-таки, мне кажется. Нормально. А с перк модом будет еще больше дрочни будет, я думаю. Зачем перк мод? Лучше сделать второй сервер, чтобы с перк модом подключить. Что делать? Лучше сделать второй с перк модом, а не все на первый дрочить. Ну я говорю, да, второй перк с перк модом сделать, я это имел. С магазином и так далее. Просто тут у нас свои квары прописаны, перфмод там, он просто его захерачивает, все, квары не надо ставить. Только перфмод работает на всю динамику. Ну перфмод-то не нужно антираж ставить, я думаю. Почему? Хотя вот на первое время все-таки лучше поставить его. Блять, ты че, один остался? Какие-то кретины снова там зарашили.
Чип и Дейл спешат на помощь. Сартоносный какой-то. Да. Причем очень вовремя прям. Правда, никого уже в живых почти нету, но... Даже дефибрилляторов никого нет. Бля, курильщик там. Видал, тебе пишут, блядь? Видал? Я сейчас увижу. А, ну ладно. А смотришь, да? Чего? Ну, я смотрю сразу на другие игры. Да. Че, скопировал, блядь? В рамочку, что ли, поставят? На, увидел, блядь. Видел, без красных хантов можно через кусты шмалять. Да ладно. Чем я убираю? О, you can see me, пишет, смотри. Слушай, давай, блядь. Еще выложил на YouTube, блядь, где я про красных хантов что-то говорю. Давай-ка ударяй это. Мне же потом с потрохами съедят взять. Про Родион HD 6850 Toxic Сафир. Блин, все, надо спасать ребят. Я его хуй написали, когда он написал на штрих. Ты там что, на двух мониторах смотришь? Нет, на одном. На одном ПКВ, блядь. Такой стрим. Нет, я все на одном смотрю. Я сейчас могу это, по хаты его открыть, потому что еще не хочу вторую стрим, блин. Мне надо мувик делать, короче. Да, только вырежу там где, блин. Говори про голову. Ты-то там, блин, сказал, что шутка, хотя тебе мало кто поверит, блядь. А когда парень начинает говорить, да тут тебе свои красные хаты, блядь. Знаешь, там только кретин может так подумать, потому что столько сарказма в твоем голосе. Ладно. Блять, сейчас громит его. А, кого-то убили. Мужика убило! Он меня судил на ютубе, как мы с едой было 2 играли. Ты не показывал? Не. Сколько там лайков? Я не знаю, я вот он так поставил, брат, пиздец. В принципе, только этот момент на ютубе появился, блядь. Отсюда много, блядь. Сука, не телепортнуло, блядь. 4 лайка, 1 дизлайк, бога, блядь. На твоем видео? Нет, на видео. А, на Эдне. Ну, на этом видео, блядь. Блядь, нас, короче, расхерачили, но мы выиграли все равно. Убил.
Вот этот видос. Слушай, а почему раньше все стримили на эксплите? Что то есть, не знаю, где она раньше бесплатно была. Блять, ясно, еще и третьего взяли. Сейчас посмотри, что за видос. Плов скилл. Один подписчик. Ну-ка. Close the door, лол. Ну-ка. Как это не лифт взял? Ты дверь, блядь. Сука. Ты-то, блядь, ты не дал. Ты дьявол. Кто-нибудь поможет мне, а? Блядь. Прекрати уже! Тан-таран-тан. Мне тут, короче, чувак жаловался. В Steam переписку вел. Слышь? Что? Чувак жаловался, в Steam переписку. Да. Короче, человек говорил, мол, вот, типа, жизнь такая несправедливая, мол, это... Ганс такая сволочь, он, типа, закрыл такой офигенный сервер 10 на 10, теперь нам приходится играть на каком-то там зомби-ленде. А зомби-ленд лагает, он говорит, сильно. Он все равно играет, потому что атмосфера похожа на то, что было на Deadland. Я ни разу не пробовал Deadland. Ну, короче, неадекватный админ, он сказал. Есть магазин. И... перков нету, но все равно. Главное, что магазин есть. И уже готовый комьюнити. Хотя я там посмотрел сейчас, знаешь, на геймтрике я зашел. Там это... знаешь, этот No Steam Player и в скобочках 8 было. Прикинь, 8 игроков таких, у которых имя No Steam Player. Это даже похлеще, чем у нас. Опа, гумба. Бля, весь когда ханты отнимают у курильщиков. Такая несправедливость. Нет, когда жаки от тебя забирают, потому что на табачине не тебя пиздец. Когда ты громишь, жаки отнимают. Нет. Когда ты жаки, жаки у тебя же отнимают. И вот вы прыгаете по нему, блядь. Посменно. А блин, какого чуваку, блядь, его тащат просто 2-3 жаки, блядь. Да, как шлюха, знаешь. Секс втроём. Интересно, а почему я пишу сначала VIP общий чат, а потом в этот... вообще, как свой. Идём. Значит, они просекли фишку, короче, что видно. Это ты, что ли, на сервак зашел? Нет. Тут, короче, жаки в воздухе висит в убеге. Не пытается его убить. А, ну так я так делал, я так плюл, я сейчас не достал, я сейчас всю игру пытался там убить ее.
ПВП с танком, блядь. Уже 9-0, блядь, наверное, если бы он ушел. Кто ушел? Что? Кто ушел? Говорю, ПВП. С танком. Стал 9-0. Ну 9-0 это. В смысле, я 9 раз ударил, а он 0 раз попал. Все. Изи. Хэтс. Хорошо, что хоть не я. А она кто? Она тупо стоит, короче, в ящике, прикинь. Открывай ящик, она тупо стоит. Но баг фикс я не убирал. А, отлично. Дурака телепортнула прямо рядом со мной. Наши враги еще живы. Вставай и иди. Тут еще хавают, они по мне. Она уже схавали. Умники и умницы. Блять, сейчас. Да так и знал, я только суки какой-то просто. Хрупца, выгни, блядь. Как Жорик Вартанов, блядь. Ну что, блядь. Обидно, когда знаешь, что будет, а потом все равно проебываешь. Знаешь, а так разворачиваешься, знаешь, что Шухан полетит. Даже не слышишь его. Бьешь прикладом, он пролетает мимо тебя. И напрыгивает. О. Хотя тристка зашел. Кстати, я надеюсь, там иммунитет стоит для VIP. Не знаю. Это твоя работа была там. Вот они. Я знаю, что жаки, блядь, научили сразу прыгать, просто моментально. Но они, мне кажется, все просто жмут с этой кнопкой, блядь, когда скидывают. Жаки научились в шахту лифта скидывать. Тебя причем. Я не забуду этого. Вот это такой, грамбл, по-моему. Если бы такой момент на стрим попал, это было бы вообще офигенно. Когда так там по 6 раз, нет, по 6 раз бегают туда-сюда. Что? Это я? Или стоп, подожди, не понял. Это сегодня было? Не-не-не. Ну, может быть. Когда это... У тебя слимы очень лагает почему-то. Лагает очень? Да. Картинка стала затормаживаться. На твоих усилиях практически. Да ладно. Ну, вот сейчас она перестала. Как будто буфер был переполнен, и он не знал, куда девать пакеты. А сейчас отпустила. Блять, здесь еще какой-то бим, что ли, на приклад? Ты постоянно прикладываешь. В смысле? Ты бежишь и прикладываешь, не знаю. Жмешь и жмешь приклад. Не знаю, на чем, если бесконечный, почему мне не поспамить? Ну, это бинт. Ну, не знаю, это уже. Какой же бинт? Автоприклад, что ли? Я вообще не знаю, что это такое. Ты даже сказал про автоприклад. Ты даже такой матханька, ну, это запрет мата в игре. Нет, да. Ты нам в камеру играешь, блядь. Специально, блядь, для вас, ёпта. Там еще какой-то смех. Ну, только что дежурно. Блядь, что, внутри лагает? Да, сейчас лагает, начал опять. Тебе надо что-то с буфером делать. Каким еще буфером?
Фраза дня, блядь, даже это с буфером делать. По груди уже предлагал. Ну, поставь обратно 1700 как-то так. Бля, вообще вылетел.